И всем привет, дорогие друзья, с вами Лис на канале Foxum Games Slash Comics. И мы продолжаем Metro Exodus. Как вы помните, мы остановились в пустыне, но я тогда закончил примерно вот где-то тут. Да, где-то тут. Но заспавнился я в поезде, так что решил еще поработать чуть-чуть. Здесь все тихо. Ага. Решил еще чуть-чуть поработать с оружием. Теперь у меня что-то вроде снайперки есть. Правда, от калаша я в этом случае избавился. Так, что мне туда? В принципе, да, там, где деревню проезжали. Ладненько, почапали. О, лагает. Ну и в первую очередь мы, конечно же, идем искать лут. Ибо нехер. Лут нам нужен. Двое. Мне показалось, или кто-то стрелял? Окей. Тут, похоже, пули собирает. Небо черное. Где? Блин. Ладно, на лут придется подзабить. Пошли, погоняем тех тварей быстренько. Давайте, пошли отсюда. Чёрт у тебя. Угу. О! Блин. Нежданчик. Да. Но вообще я ожидал то, что он будет хотя бы, я не знаю, по одному патрону стрелять. А то косяк выходит. Так. Да блин, не то. Деревня там. А, ну да. А там какой-то полевой лагерь еще. Надо будет туда взглянуть. Так, ладненько. Дальше у нас на пути дом какой-то. Закрытая решетка. Так. Ага, хрен в окно пролезешь. Хей, прикатит поле еще пару трупов. Ах ты ж. Уйди отсюда. Куда мне? Сюда?
Блин. Как же тут плохо видно стало. Резко. Эть. А, и тут не пройти, да? Так, тут я вряд ли запрыгну. И тут хрен залезу. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, база! Психанул. Да блин. Хватит ПНВ постоянно делать. Ну-ка. Че, никого в машине? Фильтр. Блин, русская раскладка. Какого хрена? Я что-то... Да блин. Не пойму, что от меня хотят. Машину я вижу. Затем вот эту Зенни. Окей. Шли отсюда. Так. Тук-тук. Есть кто дома? Отбивайся. Прямо к нам сюда приехали. Я стою. Давай вот чуть придушим тебя. Так, это не мое. О, буря кончилась. Можно снять. Да пипец, а коса глаза. Так, ладненько, давай-ка осмотримся. Так. Не, ну там нет ничего. Ладно, пошли отсюда. Тут не пройти. Где это? Блин. Ладно, валим отсюда. Ну нахер. Вон машина. Хватаем.
Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. Окей, вылазь отсюда. До встречи. Давай, брысь. Почему у меня ощущение, что придется прорываться с боем? Да господи. Что ж ты так лагаешь-то? Так, тормози. Ну, в общем, я так и думал. Пойдем дальше пешком. С виду похоже на обычных работников. Один, два, три, четыре. Но даже так, если это обычные рабы, где начальник? Не показался ли отсюда я где-то слышал диалог? Может, показалось. Угу.
То есть мимо них не мог пройти спокойно, да? А я хоть сюда приехал-то? Ну да, кстати. Так что давайте для начала полазим, осмотримся. Ибо это первая контрольная точка на моем пути. По идее, они там должны сидеть. Вон там кто-то сидит, кстати. Ладно, ползли помаленьку. Так, вкусняшки. Тут не пролезть, да? Держим его на прицеле, тогда исключительно на прицеле. Совсем? Ты нас проверял пришел, да? От барон пришел, слышка, да? Ага. Прости, мерза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Окей. Я пойду проверять ведь. Так. Дай твой раб сила, чтобы хорошо работать. Дай нам. Сиди спокойно. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Тихо, тихо. Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Тихо. Блин, я, наверное, зря это сделал, да? А, не могу, я ж убил невинного. Я не хотеть плохой концовка. Вообще, как он меня заметил? У него глаза на жопе есть. Вообще, это самое логичное. Так, ну ладно, тут я могу не красться. Слышь, Мырза. Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? Да, проверял. Поползли потихоньку. Так, там наверху меня спалить могут. Вкусняшки.
На минуту же отошел! Понеслась. Угу. А, тихо, тихо, не лагай. Блин, это нож. А чё ты загнулся-то? Кто, где? Кто там сдается мне? А главное где? Хм? Самое смешное, мне кто-то сдается, но я даже не знаю кто. Эх, придется все-таки ублюдка убрать, ибо толку мне от него оказалось не так много. От калаша хотя бы толк есть. Так. Давай посмотрим. Значит, хороший приклад, ствол, прицел, магазин и лазерный прицел. А, блин. Я ей забыл нажать постоянно. Вот так вот. Так, на тебя ничего не надо, на тебя тоже. Закрытый прицел. Сколько? О! А давай ты ляжешь спать. Так, что тут у нас? Очередная версия пулемета? Ну да. Ой, тихо. Что-то лагов много стало. Так, заметку нашел. Шикарно. Так, есть что-нибудь еще? Ну-ка. У-у-у. Нет, все, нету. А вот. Ладно, пошли теперь сюда. Верстак. Лак. Это что? Ух ты. Чё-то новенькое раздобыл. И на чём ты стреляешь? Эй, я хотел снайперку, да? Кажется, я ей сейчас обзаведусь. А ты вот это заменить можешь? Ну, не. Блин, даже не знаю. Дробовик хорош тем, что... Он много чем хорош. Так, давай смотреть.
Значит, смотри, у меня появились новые пули. 7.62-54, снайперский патрон. Так, вот этот вообще разобрать. Неэффективно. Так. Магазин в один ряд. Удлиненный ствол. Плюс тяжелый приклад. Плюс какой-никакой прицел есть. А. В остальном оружии у меня ничего нового. Абсолютно. Так. Угу. Броник. Ну, противогаз можно починить. Вообще, давай посмотрим. Починить. Чинить не надо, чинить не надо. Слава богу. А, соберем парочку фильтров. Лишние минуты мне пригодятся. И патрон для снайперки, естественно, тоже наберем. Ну, неплохо. Если она себя зарекомендует, может быть, заменю калаш. Там вкусняшки. И все. Ладно, пошли отсюда. Так, где тут вход обратно? Так. А рабов-то я сейчас и не вижу. Я дебил! Ух ты! Не ожидал, что получится. Ну, там вот труп какой-то. Так. А! Артемка. Фух, слава богу. Так, пока ты по лестнице слезешь, я 100 раз спрыгну вниз. Так, перейди пока на автомат. Ты хозяин убил? Не радуйся. Пламя тебя покарает. Пламя всегда покарает. Не знаю, кто там бережит, но мне похуй. Пощади, мерзо, я хороший раб. Ну, теперь мы можем ехать дальше. Да, видимость, конечно, так себе. А, я вообще ничего не вижу. Артём, ты бьёшь. Новое задание. Чего? На связь вышла местная жительница, Кюнь. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Угу. Ну, по сути, ехать все туда же.
Блин, я ни хрена не вижу. Ускоримся чутка. А он сюда смотрит. Да, вижу, точно. Ждем. Что-то ухо болит. Да и подорваться тут как два пальца. Ну и вообще. Тихо. Я думал, я обрезал, а он, оказывается, ногой зацепил. Говнюк. Артёмка, блядь, ногами не размахивай. О. Нет, надо быть в будущем, наверное, наушники менять. В далеком будущем. Потому что с этих наушников у меня уже начинают уши болеть. Так, ладненько. Все сработало уже. Спать. Ну, хорошо, что стрелять не начал. А, блин. Ну вот, как Нубер последний. А. Пойти, что ли, подорваться? Сейчас будет бум.
А! Окей, делаем вообще все по стелсу. А то что-то мне досталось слишком сильно. Так. Ну вообще, все сработало уже, походу. Пусть ползет. Я ж именно из-за этой сволочи-то испалился. Что это у нас тут? Херо спрятал. Блин, хорошо, что она не активировалась. Не, ударил, конечно, хорошо, но, блин. Мне кажется, или что-то было не так в этом ударе. Например, хотя бы то, что он в шлеме. Что такое? Так, давайте перейдем на автомат. Блин. Так, где уроды? Вот они. Стой! Стой, застрелю! Стой, дурак! Ой! Ты, блядь, кто такой? Ха! Вот помощь мне пришел! Сейчас вас совсем быстро убивать будем! Где барон? Почему не пришел еще? А. Да. Спать. Давай быстрее. Вот, блин, вот вы видите было, да? О! На, собака бешеный! Так, весь собака добьем, чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? А где ты? Потому что звук меня немного напрягает. А, окей. А где лифт? Лодка твой лифт? Окей, пускай. Я сейчас тут полазю быстренько, посмотрю, что есть.
Нет, ни хрена. Окей. Ну такой себе лифт. Но стоит заметить, я никого из этих не добил. Но провод. Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунайбай, мой друг? Окей, пошли. Мунайбайлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня также хотел. Лучше смерть. Какой интересный у тебя экземпляр. Слушай, а дай погонять. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунайбайлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Ей. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Окей. Стабил скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Окей. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Спасибо. Там всякие опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, так. Но у тебя выбор нет. Пара аптечек. Блин, мне б с оружием что сделать? А то пока я не вижу смысла от винтовки. Мне по-хорошему вообще дробовик нужен. Так, давай знаешь, что сделаю. Стандартный магазин тридцатника я сюда запихну. Тут у нас что? Один патрон перезарядка вручную. По сути, ради стабильности можно сделать так. А по патрону-то у меня что? Я хоть посмотрел. Так, тут есть. Тут все есть. Шарик я вообще вручную могу сделать. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да. Тороплюсь, да. До войны красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ гюль в звери превращал. Угу. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. Угу. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Я бы тебя пожалел, но забей. Все-таки дай винтовку погонять, а? Ну правда.
Пум-пум-пум. Юль, куда идем? Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Угу. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Сюда? Окей. Фу. Что-то нашлось. Слушай, Диль, если что, подожди меня, будь добра. Окей, сейчас подойду, погоди. Тут еще что-то. Давай пока, Юля. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить будут, сколько жив будет. Окей, давай пока. Я зажигалку подержу сразу. Опа. Так, песчаные пауки, значит, да? Так. Эй, я залез. А пауки не только свет боятся, они и огонь боятся. Фу, блин. Да уйди отсюда. По ушам себе полази. Так, говорил что-то про проход. Там где-то ржет. Это ты, что ли? Так, ну а мне, я так понимаю, сюда полем. Ага. Сбрось его. Так, там она говорила... Да, все правильно, она говорила мне направо. Ай!
Я надеюсь, он умер. Наконец-то. Блин. Мне кажется, или их тут по меньшей мере двое? Попробуем дробовик. А, блин, дробовика-то нет. Вынес. Сколько же я на него патрон-то потратил. Так, ну вы это слышали, да? Не люблю я таких тварей. Еще снайперский патрон. Кажется, мне все-таки надо использовать ее. Сюда, я так понимаю. Противогаз. Окей, винтовка себя зарекомендовала уже. Я слышал парочку заметок, нашел. Блин, у них звуки такие странные. Иногда мне кажется, что они ржут надо мной. Прям такие выползают. Так, фильтр. Блин. Все-таки русская раскладка меня немного это напрягает тем, что я жму по привычке Е. А по факту надо нажимать русскую Е. Так. Артемка, запускай. О, свет. Артем, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь. Я на объекте. Чуть меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Ха-ха-ха.
Я уже понял, что с вентиляцией беда. Слышал, Артём? Так. По идее, я что-то включил. Это не тут явно. А, вон дверь открылась. Я сейчас вот при свете еще полазю, посмотрю, что есть. Но по идее нет ни хрена. Ладно, пошли. Так, кассета. Фу. Степаныч, херовые дела. Через все трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются. Я Викторычу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Эх, уже и не знаю, что тут делать-то. Так, ну что, готовимся к встрече с нашими давними знакомыми. Бум. А вот и щель. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, фильтр. Тихонько. Патрончик. Я в жопе. Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Штатный режим. Так, ладно. Поползли помаленьку. Так, 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 так. По сути, я между компами бегаю не просто так. Мяша это попросила, типа, если что-нибудь найду, принести. Вот он еще. А вот какое личное дело найдется. Так, привет. Я только не понял, это тварь вынес или нет?
Или она все-таки ушла? Тут, блин. Я думаю, что мне руку щекотит. Артём, связь рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Какая? Отлично, еще и через вентиляцию ползти, как паукам. Так. Мне это не нравится. Походу что-то нашел. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить в Дюльвазинаре, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди говорят, каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все новости о них. Удивительно, неужели этот кошмар и есть мир, в котором теперь пережить? Вот так вот, еще один кусочек истории. Тряхнуло. Свет замигал, блять. Ушел. Валим. Спать. Фу. Прям по мне ползут, твари. А? В чем дело? Так. Мне, по идее, сюда. Да уж, сидеть с ними в одном помещении не кайф. А ничего так, что тут свет работает? Да где ты? Еще один. Ладно, поползли дальше потихоньку. Я добрался сюда. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Пум-пум-пум. Может, еще что-нибудь интересненькое попадется. Там, я не знаю, у кого-то запас патрон тут был. Так, 13-й.
Есть, нашел. Куда-то там его засунул. Лут собрать не могу. Окей. Так они и умерли тут. Блин. Ну чё, я в жопе. Блин, у меня рука чешется. Всё, поползли. Здрасте. Так, а я вообще где? Куда мне? Сюда я шел, значит, мне куда-то сюда, да? Так. Ау. Опять ухо болит. Что ж такое? Ох, ё. Попал. Откуда? Что? Есть. Блин, противогаз повредили. Мне сейчас проскочить. А, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Не вижу. Варя. Заклеить. Артём, давай быстрее. Горючка в генераторе на исходе, а без света мы с Юрой здесь долго не продержимся. Пошли, 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 пошли. Они то под свет моего фонаря загнулись. Домир! Электричество почти вышел весь, скоро совсем жоп! А, шайтан!
Артём, Гюль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Тварь, 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 тварь! Чё, в чём дело? Почему? Окей, спасибо. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Всегда пожалуйста. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Окей. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот... Барон. Мой народ сам. Давай, Артём. Хорошей дороги. До как свидания, это сами? Артём. Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня. Так. База, это Анна. Чёрт. Я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Принято. Отправляю твои координаты нашим родственникам. Всем слушать! Барон говорит будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, братва, перетер я по радио с пацаном этих гастролеров в поезд. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что-то задание, правда, не колется. С фондом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен доплавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Давно так держал, да? Так это еще не все! Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории! Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит! Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Что у тебя тут? О, нифига ты устроилась. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Стёпа. В общем, что я тут разведала? Удиви. Видишь кран на краю пирса? В
кабине кто-то есть. Толком не разглядишь, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Окей. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Все? Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. А, Дамир ни хера не делал, я как всегда один. Я буду дальше следить за вышками, а ты решаешь, что делать дальше. Ага, пойду все опять зачищать. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Ну да, согласен, место для отдыха не лучше. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. О, ок. Ладно, я пошел. Ты поаккуратней там, ладно? Окей. Так, давай-ка наверх поднимемся, посмотрим еще раз, лишний раз. Ну да, канатка неплохо так ведет. Ну что ж, ребят, я думаю, мы на этом серию закончим. Серия идет уже 1:20, а это еще растянется где-то 2 часа. Потому что, смотрите, у нас 1.2.3, да, 3 точки, плюс потом вернуться на базу, там еще что-то сделать. В общем, к чему я это? Серия на этом кончится, все. Я сейчас еще сильнее это растягивать не буду, но для того, чтобы показать вам, что, как, где, чего. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажмите колокольчик около кнопки подписаться, в конце концов. Все, всем пока.